Эгэгэй, друзья, всем привет, это Diamond Crystal, дядя Женя, Брейн. Хух, да, ну что, поехали, да, привет. Сегодня что будем заниматься, чем? Что будем делать заниматься? Сегодня, а сегодня что мы будем делать? А сегодня мы едем к копам. О, кстати, устроить. Вон копы на мосту, да, к давай, ним подъедем, давай, скажем, спросим. К вам. Ребят, нам надо устроиться работать в полицию. О, мы о, хотим... смотри. Давай, вон чувак, он на паузе, да, вижу. Так, давай, выйдем-ка. О, тихо. Здравствуй, тихо, друг. Он ну, на паузе, ты? Он АФКшка. Ну, почему ты на паузе? Ну, АФКшка. Ну, давай, нам надо как-то... Ага, то есть это вот так, разбудить надо его, да? Я маленькая АФКшка. На вид я просто какашка. Так, куда вы? А, мы к копам хотим. Что-то он какой-то неразговорчивый, смотри. Он в АФКшке, да, почему-то. Ладно, тогда садимся, едем по радарчику. Давай. Джипсы. Слушай, а его тачку нельзя угнать? Было бы классно. Но мы же не копы, к сожалению. Так, полиция Сан-Фьерро, да? Поехали, да. Полиция Сан-Фьерро. Мы были уже с тобой в Якудзе, мы были с тобой в мафии. Были, мы байкерами были. Мы были с тобой байкерами. Кем еще были? ФБРовцами вроде были, да? Сами были, да. А теперь попробуем устроиться копами. Мы тоже были уже где-то копами, но хочется пытались еще. Да. Ты уверен, что ты правильно едешь? Я срезаю по твоему стилю действия. Методика у Брейна, да? Угандонь машину. Нормально. Зараз, да. Мы в поле. Какое? Конопляное. Эта машина довезет нас куда угодно. Это очень интересная машина, на самом деле. Сядем. Ага, ну да. Едем в поле. Жень, ну поле это вообще не круто. Ну не поле, я же срезаю. Не поле, Жень. Не поле. Так, далеко меня видать. Угу. Смотри, люди все знают фразы. Знаю, ну, сразу, классика уже такие уже. Ролики баянист смотрят изрядно, все знают, что говорим. Сяду в поле. Давай, сбивай! Это коп! Это, кстати, был коп. Да? Да. Блин. То есть можно было с ним покумекать немножко. О, потолдыч. Тебе деньги передали. 228. Какой-то замечательный. 228. Пудрим носик. Нормально. Да? Так, если здесь нас, мы здесь сюда не долетим, я думаю, да? Жалко. Ой, Жень, я не знаю. Мне не очень нравится аэропорт, потому что из него... Оу, нифига себе! Ты чё это такое творишь? Я создал ДТП. Пудрим носик, потише. Я ДТПшнул. О, грузовик, смотри, завалился. А это самое, посмотри там. У него отвалился кузов. Я вижу, но там эти ребята были на джипе. Надо бы написать. Слушай, может помочь ему? Надо, наверное. Сори, бро. Это ты же не его бил. Ты другого бил. О, смотри, ремонтник мог тебя починить. Что такое? Ага, ремонтник сбил его кузов и улетел дальше. Плевать хотел этот ремонтник. Продажная шкура. Ты едешь обратно сейчас, Жень. Да-да-да. Ну, зачем? Нам в другую сторону надо ехать. Там дорога вижу ближе будет. Эй, бандиты нам пишут. Или кому это? Нам, не нам? А, это Рэндалл пишет. Так, ремонтник, стой. Стой, ремонтник. Илья отправил смс. Подозрительно что-то. Стоять. Жалко, тут нет этого... Как он называется? Не граммофон, а как она называется-то? Рация? Рупор, по-моему, да? Рупор, да. Вот ну, штука такая, высунуться, да? Или как, знаешь, в машине ставить, типа, остановись, автомобиль белого цвета, бомж за рулем, да? Так вот. Кряколки эти, что ли? Ну, кряколки, может, да. Ну, запрещено, в принципе, но тем не менее. С рациями же идут. Да. Перикольно. Перикольно, да. У него, смотри, 300 бачей за сколько там, 10 литров? Да. Хрена себе. У меня 31 литр пока нормально. Во, почти что доехали. У вас лучшие летсплеи. О, самолет, смотри, это походу какой-то бич богатый прилетел. Бич богатый прилетел? Ну, но если он... люди жиру бесятся, у них свои самолеты, понимаешь, они ставят их прямо вот. А как вот может здесь быть бич богатым? Богатый бич. Богатый бич, бич богатый. А есть такая улица же в этой игре, Рич Бич. Рич Бич. Рич Бич, нормально звучит. Богатый бич, да, действительно. Так, ну вот и полицейский участок. Вот он. Ты дверь сможешь открыть? Помнишь, ты нажимал на рычаг? Нажми на рычаг. Да, сейчас пойду. Или я не соврет. Опа-па, сейчас мы попробуем открыть. Давай. Чё, выпал под... Ты почему тут... под землей бегаешь? Не, я нормально бегаю. А ты у меня под землей? Нет, я же не работник, как я тебе это открою? А ты меня, ты меня не... сюда это коп бежит. Выходим тогда. По-моему, по телефону, смотри, идем и пообщаемся, да. Ты прозрачный, у меня тебя вообще не видно, представляешь? Тут тебя копы. Ты невидимый. Где ты? Стой! Эй! Выбрасывай его, Жень. Не получилось. А оружие у тебя есть? Нет. Смотри, у них там это проходная, может, там есть что-то? Слушай, у меня только ник с полоской жизни передвигается, тебя нет.
Я стал призраком. Где администрация? Почему на проходной никого нет? Беспорядок. Слушай, можно стырить что-нибудь? Что там брать, Андрей? Пойдем вниз, пройдемся в этот тоннель. Может быть, там найдется какой-нибудь начальник. Такие важные, знаешь, выбежал, по телефону говорит. Ага, ты где? Пошел такой, ты где? Я сейчас это тебя заберу, там тролливали. Красная ведрышко. Вот это классная машина, да? Три ведрышка стоит у него. Ты у меня прозрачный, у тебя до сих пор. Это машина Михалкова, я тебе уверяю. С мигалками. Это точно Михалкова тачка. Так, окей, она сюда, наверное, да? Самая гиблая ПД. Может, реально сюда не надо? Какой лучше? Давай спросим у Илюшки, какой лучше. А вот, смотри, чпоп убежал. Смотри, смотри, вот. Подожди, а какое? Так. А какое лучше? Какой лучше ПД? Так палит нас, смотри. ЛС? ЛС-Сантос. Ну, побежали ЛС тогда. Сядем, да тут доедем тогда, ладно. Такой важный хрен, смотри, какую машину, да? Ты что делает? Сам же нарушает, смотри. Ух, хрена. Полегче, ты чё? Дин. Торг. Дин Торг. Смотри, что делает, а? Уже машину сломал. Ни хрена себе. Ну, я думаю, у них все застраховано, знаешь, у них все на бюджете, то есть мы платим денежки, а они жируют на эти денежки. Застрахуй, братуха, застрахуй. Вот и покупают все такие крутые тачки. Слушай, у меня полосы прозрачные. То есть я вижу землю. Да, кстати. И ты, у меня тебя вообще не видно, я же говорю. Вообще. Пипец какой. Ник, может, ты в машину сядешь, может, что-то поменяется. Потому что у меня только ник твой, полоска жизни. Все. О, дверь невидимо открылась. О, ты появился. Нормально. Ну, такие глики бывают. Стойте. Кто-то идет, смотри, Стив Джонс. Что такое Стив Джонс? Коп. Ты не коп, какого хрена вообще? Кто это такой? Ты кто? Посмотрим. Куда нам Лос-Сантос надо было, да? Лас-Вентурас. Лос-Сантос, полиция Лос-Сантос. Окей. Сейчас будем петлять. Дальше поехали. Ты кто, бродяга? Добрый день, господа. Да, ты кто, бродяга? Нормально, обращаемся к какой-то пагетто стиле. Головой, блин, колбаса сел. Стойте там. Это депутат. Депутат. У нас есть свой депутат. Ура! Оу! Что за носом? Торетто. Ама-мама-депутат. Ама-мама-депутат. Вот. Ну, это... смотри, да. Жень, как нам карты удачно выпали. То есть сейчас в нашей машине есть депутат. Ну, то есть мы неприкосновенны теперь. Я может, тоже когда-то был работником. Мэри. Так, а может его раскрутить? Мы хотим... Виллу, Мальдивы там. Не, мы хотим стать копами. На пароход. Поможешь? Конечно, поможет. Мы хотим стать копами. Связи, все дела. Ага. Как все легко. Ага. Правильно. Учимся говорить правильно. Смотри, Стив Джонс, Джонс Громарнаци. То есть он еще будет еще говорить, как правильно разговаривать, какие депутат? Точки где ставить. Депутат же, ёпта. Грамотно как разговаривать. Же, да, да, конечно. Извольте доставить в ЛСПД. Ну, едем уже Лос-Сантос и так. Лос-Сантос Полис Департмент, да, будем говорить правильно. Да, будем говорить правильно. Так, на счету 127 тысяч долларов. Хрена себе. У тебя сколько? У тебя, кстати, ваша зарплата более 50к. Это возможно потому, что ваш друг указал ваш ник при регистрации. Серьезно? Круто. Да. Вот это хорошо. У тебя счет какой-то. Слушай, у меня на счету 3 миллиона 699 тысяч. Надо пойти в банкомат снять бабла немного, Женя. А то я как-то жиру беситься начинаю. С 3000 рублей ты там сидишь, да? Тысячи долларов или сколько? У меня 3409 баксов. Ой, Женя! Это же не Гарри Поттер, какого хрена мы так летаем? Ласточка, тащи! Ласточка, не может летать. Тащи. Блин, вот это фейс у Ильи, конечно, пипец какой. Попку припекло. А что припекло-то? Все правильно, тут ас за рулем, тихо. По-моему, разве припекло? Припекло. Вот. Хотел поправить великого Громарнаци. Громарнаци. Другим он на ошибки тычет, а сам-то что делает? Припекло. О, у нас же телефоны надо офнуть. У тебя смс-ки уже заваливают? Уже да. Так, мы приехали туда, откуда выезжали. Какой смысл? Женя, я не знаю, это сам. Почему удивляться? Скажите мне, пожалуйста, в чем прикол был? О, давай здесь, может там появился кто-то. Смотри, сколько народа. Я по главной ехал. Что ты творишь, твою мать? Я ехал по главной. Так, это что? О, все, он это самое раскочегарился. Пошли спросим. Две минуты как раскочегарился? А, не, пардон. Просто издалека не видно было. Женя, это город бомжей. Ну да. Город бомжей? У нас тут дома по 3 миллиона.
Тут были то элитные люди живут, но теперь город бомжей. Замечательно. О, солдат. Ну окей, едем город туда, полицейский участок. Город бомжей. А что ж для вас тогда не город бомжей? Смотри, на самом деле, вот в 5 GTA Vine, вот это самый элитный район. Там ну, дорогущие город... дома, виллы, там живут звезды, там эти все певцы и прочее. Звезда? Звезда, да. По имени Солнца. Будет, да? Президент Вайн. Моя предвыборная программа за 7 секунд в виде Вайна, да? Я вам покажу, что хочу сделать. Поэтому... Вот так, да? Поэтому я работаю в СССР. Он работает... А вот эти ребята, которые врезались в нас. Да, они за нами... Такое ощущение, что мы за ним едем, они за нами, да? Давай, может, они переведут нас куда надо? Это явно в неадеквате, смотри, как водит. Походу, там все плохо. У тебя явно не лучше. Так носит, да, у тебя. Может, тебе починиться, Жень? Надо бы, да. Давай. Но мы практически доехали до участка, вот он. Это участок? Значит, ты мне не поможешь. Вот маленький участочек, смотри. Вот он. Что за корыто поставили здесь, кыш? Надо было лалок задавить. Другое дело, а то корыто свое расставили и встать некуда. Все, погнали. Так, окей. Жень, по красоте тихонечко так. По красоте. Не спеша, мол, да. Пошлой походкой вот так. Смотри, мы идем аккуратно. Да-да-да, давай. Мастер. Опаньки. Сдача стоит. А мы были здесь, помнишь? Тут были? Была жопа, да. И что, это элитные, да, получается, police department? Честно, да? Лучше бы в тот. Тут неприятные чувства остались. Да, здесь никого. О, надо пойти с повинной сдаться. О, можно F нажать. Ваш срок 20 минут. Не, ребят, я не хочу. Ваш срок, а у меня... Откройте! 5 минут. Не надо жить, зачем? Ну, интересно было бы в тюрьме. Слушай, а вот эта вот элита, никого нет здесь. Я же говорю, это настолько элитно, что здесь вообще никого нет. Там хоть какие-то люди были, бегали. Так, надо зайти в эту элиту. Оплата штрафа, пойду посмотрю. У вас нет неоплаченных штрафов, но это радует. Пипец какой. А туда есть? Никак не запрыгнуть, да? Нет, нельзя. Я знаю, как сюда попасть. Да, ну и как? Ну, расскажи. Ты нам уже предложил сюда приехать. Приехать-то мы приехали, вы что, прикол? Смотри, вот люди вышли, открывай. Открывай, сейчас он, во, смотри, народ. О, появились. Так, мы хотим вступить. Давайте через крышу, во. Через крышу как? Давайте через крышу. Нет, через крышу это, конечно, хорошо, но... Нам бы сюда. Вот чего тут чувак стоит с усатый? Усатый, иди сюда. Эй, усатый! Жалко, нет голосовой связи, да? Эй, усатый. Мы хотим вступить, давай. Мы хотим быть копами. Капами. Мы хотим быть копами. Эй, Игорь. Эй, Игорь, слышишь? Надо так. Игорек. Здрасте. Игорь, кто? Воин? Хаюшки. Воин, хаюшки. Скидуй. Привет. Скидуй. Скидывай, наверное. А, скидывай, это как, знаешь, школьники пишут, подписывайся. Подписывайся, да, они часто так пишут, поэтому я уже привык, я уже этот сленг выучил. Круто. А сам не или транс? Что братья нет? Братья мои. О, появился чувак, который пропадал. Давай, Тони Блэк, мы хотим. Да ядреный компот, блин. Ну, давайте уже. Мы на них смотрим. А нет, это такая, знаешь, зрительная игра. Кто кого пересмотрит? Примите нас. Давайте уже, принимайте, примите нас. Только не в том смысле примите, а мы хотим устроиться всего лишь на все. А мы вам квас. Чтобы быть копом, нужно не родиться бабой. Да что ты умничаешь, ты, Рэндалл? Женю затроллировали, да? Он похож, знаешь, на кого? На загадочника из Бэтмена. Как раз такой же шляп. Эй, Рэндалл, блин, стоишь там. Выйдите. Куда? Вообще-то с нами депутат. Давай где он? Давай напишем, что он с нами депутат. С нами депутат. А я не успел зайти. Сейчас открою. Открывайте. Открывайте. Ну, открывай, ёпты. А Олежку? Мда. Да, открывай давай. Мда, окей, пишет. Давай, открывай, окей. Открывай, давай. Как сиськи увидели, так сразу впустили. Ник — это множественное число, видишь? Ник. Ну, буду спускать, нет? Что уф-то? Что уф нет-то? За сиськи главное впускают? Тихо, родной. Почему за сиськи впускают, а Нигу в бандане не впускают? Чё, блин, чё происходит? Чё творят, ёпта? Игорь, ты чё? Аля, развлечения не хочешь? Стив Джон, сейчас я тебе такие развлечения устрою. Ты китаец. Зато с вами бомж прошел, классно, Жень. Бомж прошел, я не прошел. Загадочник, бомж и проститутка с депутатом, класс. Лепрекон и бомж.
Открыть. Ты похоже, знаешь, какая-то. Как она, блядь, звали-то ее? Дженнифер Лопес, ёпта. Джей Ло, да-да-да. Джей Ло, еще другая актриса есть какая-то. Холли Берри. На-н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 а. Ну, мы долго стоять-то будем канаёбить, не? Я не знаю, что они. Давайте уже, впускайте, впустите их. Ну-ка, впустите. Впустите их. Двери откроем или что? Даже интересно просто. Пустите их именем сисек, ну. Женя, как ты выйдешь? Короче, на крышу. Так, главное, бича пустили, а? Вот мне интересно, почему? А вы можете на крышу подняться? С какого перепуга? Сзади там прохода нет? Ладно, Жень, я на улицу, короче. Я попробую с крыши, короче, сигануть. Безысходность, хорошо, пойду попробую. Жень, так, твоя машина стоит, но очень сильно дымится. Я помню. Я не представляю, как мы тут это самое... И на крыше, ты залезем? Видишь? О, ты упал, да? Или я упал? Давай-давай, прыгай-прыгай. Прыгай, а-а-а. Женя, иначе тебя не возьмут на работу. Давай, сначала Стива Джонса толкни. Пусть депутат умирает первым. Пусть депутат помрет за нас всех, давай. О, нормально. Ква-ква-ква. Классно, Женя, мы копами стали, да? Устроили, заебца? Профессионалы фигли. Лучше я, блядь, не придумал бы. Пошли, я бабло сниму. Тут есть банкомат? Сейчас тебя отвезу, давай. А вон есть, на той стороне. Это же мэрия здесь. Да. Да? Да, вертолет, и смотри. Мэри, но в мэрии же нет банкоматов. Сковы, вон банкомат стоит. Где? Вон. Где? А, вот. Воу, не, у меня стреляют. Как тебя стреляют? Ты не сел в машину, что ли? Югастца какой-то. Я, ну-ка, Югангст. Югангст, да, меня стреляют. Я ставлю гангстер, блин. Дави его фиолетового. Все, машина сдохла. Блять. Двигатель заглох. Херово. Ремонт. Ты чмошник, ёпта. Что за бичарок тебе нападает там? Сейчас я его вот за... Вау-вау-вау-вау-вау, тихо-тихо-тихо, родной. А теперь он Игоря гандонит, Женя. Давай-давай, веселого, Женек! Иди сюда, давай. Сейчас загандошим бичей, давай-давай-давай. Это все, что нам хотел. Ты меня-то не бей. Ёп. Убили? Да. Еще ногой надо жахнуть его. Уже жахнуть. Там ору, там что-то орут, слышь? Так, Аль, сейчас я немножко бабла сниму. Давай. Немножко бабла. Сумму, которую я хочу снять, 500 тысяч. 500. Что? А, у меня же 3 ляма было. Какой хер вообще? Подожди, снять. А что пишет тебе? А, управление... Информация. Сколько у меня денег? Да хера, так я хочу снять. А, 100 тысяч можно снять, блядь. Максимум 100 тысяч, да. Черт, я хотел. Все-таки. Вот, в банке нельзя больше снимать? Может, лимит там побольше, нет? Да ладно, я сниму сейчас еще 100. Давай. Так, ну что за черти полосатые? У нас какие-то охранники, депутаты, врачи, бичи. Сейчас. Фокусники, сказочники, лепреконы. Ниги какие-то. Нормально. Все прекрасно. Так, машину хочу. Где там снять можно машину еще одну? Олег, а будешь охранником? Конечно. Я уже целую неделю охраняю то Фредди, то Микки Маусов, то Марио, то Красти Крабс. Ну, Five Nights. Красти Крабс, да. Да, что я только не охранял уже. Какой только хренью понавыпускали, а? Что так. Забавно, мне нравится. Где же, куда же сесть-то? Так, вы продолжаем наш канаебизм, что мы делаем дальше? Где вы есть-то вообще? Брайан Ку. Сейчас я ему напишу, Ку. О, смотри, чучело, говорит, масленица. Смотри, зиму провожают. Ты видел? Кого, что, где? Смотри, масленица на площади, вон, чучело сжигает. А вот это круто. Так, где масленица, в туалете? Какой в туалете масленица? А где, скажи? На улице, перед мэрией. Да. Перед мэрией сжигают кого-то? Да. Какого-то продажного чиновника, что ли, не? О, я залез, я масленица. А, в этом плане, да. Чучело. Я думал, что так не празднуют, хотя ладно. Жень, ты сейчас помрешь, Женек. Ты запечешь, ты будешь горячей картошкой, Жень. Это все вранье, видишь, я залез даже, смотри. Я как Жанна Д'Арк. Буду гореть в огне. Масленицо. Это масленица. Круто. А чё ж я не заметил-то сразу, а? Как интересно, смотри, коробки. Слушай, горит ведь, а? Продажи. Гори, кусок говна написали. Сжигают продажных копов. И проституток. За, видишь? Смотри, у него там это грабельки нормально. Грабелька торчит, да? Воу, тихо, кто-то опять гасится. Неужели фиолетовый пришел? Фиолетового нет, фиолетового мы убили. А может через него прыгать? Так уж прыгаем. Слушай, так огонь не наносит урона. Нет, конечно, я уже там столько тусуюсь. О, да.
Восставший из пекла. GTA Самп, да? Diamond Crystal. Из ада. О, да. Я царь, я батька, Стив Джонс пишет. Ох. Ну еще бы. Я хотел написать аном. Не аним, а аном, да. Телочка. Телочка? Телочка. Что происходит вообще? А, о. О, а ты почему вверх взлетел? Потому что я прыгнул, когда танцевал. Да? Попробуй. Круто вышло. Попробуй, да, было прикольно. Это, наверное, опять глючные эти, как... Как кольца, помнишь, были? Кольца, да, кольца. Сейчас попробуй тоже. Нет. Уже не попробуешь. Все, оккупировали Масленицу. Все, ребята смекнули, походу. Пока не подошли, дела никому не было. Только подошли, так сразу вся Масленица у нас занята. О. Эх, ну ладно. Да. Я хотел, знаешь, что провернуть? Я хотел провернуть следующее. Нет, не получится на фонарь запрыгнуть, к сожалению. Так, дальше-то куда нам? У нас машина не работает, нужен ремонтник. О, смотри, кто-то на моей машине. Давай пытается... вызовем. Давай вы. Оу, что о, было? Вызовем. Давай вызовем. Денис какой-то, смотри, начал стрелять по всем. Опять какого хера, да? Фиолетовый. Угу. Кал 911. Давай я вызову. Так, Кал, механик. Да, давай, звони, Кал. Ремонт. Ремонт и. О, Игорь машину подогнал, смотри. Бензин. Так, где? Вот, беленькая. Подожди, где? А, вот это что ли? А, не, ребята, если все сядут, ты не сядешь. Ага, у нас слишком много людей. Так, вызов принят. Карлос Фриман сейчас приедет. Вызов принят, да? Вызов принят. Кто царь горы сегодня будет? Да, правильно, бейте корыто, который вас канал. Это реально классный троллинг. А смотри, депутат там сидит. Ой, меня убили. Классно. Замечательно. Спасибо. Женя, ты не дождался, получается, машины свою? Спасибо, да, меня убили. А где ты будешь? Какой больничек? Не знаю, какой-то буду. Так, давай, лечить, дроп. О, вот приехал этот, чинилка. Классно. Вовремя? Да, давайте. Сами. Чини, родной. Лечи, бро. Давай уже, я Фрэнк. Этот транспорт уже арендуют. Мне как-то пофиг. Хозяин помер. Сервер close connection. Мне закрыли соединение. Блин, пипец какой. Все время так. Да, красная машинка. Во-во-во, я подъезжаю где-то. Вот стою. Ой, я кого-то задаю. Так, надо, чтобы этот вышел, давай. Сергей Фадеев, спасибо. Ва. Все, Женек, можешь врубать? Я уже врубил. О, Фадеев, тихо. Дробаш достал. Спасибо. Это ты мне говоришь спасибо, да? Нет, Фадеев говорю. Спасибо. Да не за что. Здоровья. Куда едем дальше? Так, что мы машинку хотели... починили, благодарочка. О, это круто. Полиция нам не дала добро. Не дала. Не дала. Полиция нам не дала. Да. Так, в байкерах мы были. Угу. Вот в пожарниках бы. Пожарник. Быть. Ну, мне кажется, копы надо найти каких-то копов. Надо. Ну, копы. Кто это едет? Это наш депутат. Игорь. Бля, Войт. Как вот скажи, они нас нашли, мне я просто не интересно. Не знаю, как они находят. Женя, у тебя дверь открыта, закрой. Закрыл. О, какой трамплин классный. Женя, слушай, дует, закрой дверь по ногам. Тихо, не тараньтесь. По ногам дует, да? Just do it, да? О, вот оттуда сверху еще выше давай. Какие дороги классные, да? Давай, это же китайский квартал. Китайцев нормально, я смотрю, тут 4 таких дорог, да? Так, давай, самый смак сейчас будет. Шикардосно. Супер трамплик. Так, а здесь сейчас будет подлетка офигенный, и вот отсюда. Их, блин, я в гребаной телеге. В тележке от супермаркета. Ребята, смотри, позади. Хорошо, Женя. Хочешь ты попробовать? Давай попробуем. Давай. Интересно просто, кто как прыгает. Так, а я смогу сесть в твою машину же, да? Да, конечно. По-братски. А, смотри как. Так, бич. Ты помнишь, да? Едешь прямо туда? Да, там надо будет... Ага, там дорога такая у них еще. Классная дорога. Дорога. Ты знаешь, так много. Слушай, у меня получается более 3 миллионов, то есть можно купить бизнес. Да и не только бизнес. У меня еще есть почти 2 миллиона, так что мы можем... Может, нам скинуться и купить что-то? Да. А что мы можем купить на эти деньги? Я даже не знаю. Заправку какую-нибудь. Заправку хочешь купить? Давай, Жень, давай. Шикарно. Вот это хорошо было. Нифига себе. Дверь закрой, дует. Не могу пока. Едут как есть. Так, хорошо, тут люди какие-то. Смотри, вон на радаре слева там какая-то толкучка. Кучка, опа. Толкучка, да. Сейчас едем. Толкучка. Слушай, дверь не закрывается. Ну, я пытаюсь... Во, все, закрылось. Так, толкучка вот там была. Вон, я вижу треугольников куча.
Да-да-да, вот внизу они. Санфир. А, это этот госпиталь медицинский. Что, дверь ты открываешь все время, ну? А, ну да. Только что здесь были. Только что были, да. Ну хорошо, давай посмотрим, какие организации еще есть. Так, как же... А мы хотели на пейнтбол, помнишь? И так и не нашли ее. Пейнтбол точно нам не дали поиграть в пейнтбол. Мафия. Может поехать Поскочили. Купить оружие? Слушай, тут где-то есть? Нет, вскочили. Амунейшн можно найти. Давай тюнинг. Давай тюнинг сделаем. Ты хочешь тюнинг? Спорт, сделать? Средний. Давай спорт. Это же спортмашина. Тюнинг авто, лоурайдер, прокат вертолетов. Прокат вертолетов? Давай в прокат вертолетов. А я уже поставил на тюнинг. Эх, ну мне кажется, у тебя нет лицензии пилота, тебе вряд ли дадут. Подожди, нам же вроде выдавали, вот Амунейшн. О, шикардос. Так, надо заглушить двигатель, потому что бензик-то кончается. Не миллионер. Стоимость хода 228, зашибись. Классно, да? Деньжат сняли. Я даже знаю, кто хозяин этого магазина. Кто? Какой-нибудь маленький Аркадий. Полуавтомат, дробовик. Давай М4 я возьму. И сколько? 60 патронов. Покажите значение обоим от 1 до 100. 200 с улучшением. 200. Все, я купил. У меня М4. И мы можем теперь устраиваться нормально на работу, в случае чего. Да? Что, Сережка Скворцов? Сережка Скворцов. Сережа Скворцов. Оружие не дам. Привет, бро. Привет. Привет, бро. Как дела? Привет. Сережка Скворцов, бич. Ну просто скин такого человека. Что поделать? О, Игорь, воин, смотри, воин света зашел. Видишь, что я делал? Нет анимации, у тебя как проигрывается. Хоп-хоп-хоп, ты такой... Женечка, это, по-моему, немножко ебантизмом у нас попахивает. Мы уже не знаем, что делать, да, с тобой. Подванивает. Так, кто садится куда? Давай, давай я сяду. За руль. А, она залочена, ёпт. Я-то думаю, какого хера я не могу сесть? Залочена машина. Залочена, действительно. Так, а хорошо. Ты не высунешься, да? Тебе надо было другой автомат купить. А, видимо, да. Купи но я МП5, выбирал... МП5 возьми. Сейчас. Я потому что выбирал МП5, но у меня почему-то купился калаш. Ну ладно. Это, видимо, потому что я фанат АК-47, поэтому... Ну, естественно, Жень. Игра даже понимает, что... Теперь мы хоть знаем, кто фанат. Кто слушает. Я? Ну, получается, видимо, да? Ты же сам сказал. Конечно, конечно. Я же говорю. Лучше быть просто музыки не может быть. Ага. Ну... Так, ждем. Отлично. Деньги истратил. Есть, теперь попробуй, давай. Давай, я сейчас сажусь-ка. На аж, помнишь? Да. Адекватнее. О! О, вот теперь можно. Теперь можно. О, починиться можно, по-моему, тут где-то, да? А ты уже вот. Чинит. А, я уже чинит, и точно. Ты как суженый, только чиненный. Чиненный. Суженый, что значит? Так, слушай. Суженый? Суженый. Узился где-то. Суженый. Суженый, это там два значения слова имеет. Ну да. Так что. О, Майнкрафт-кубики. Люди, куда едем? Куда придумаем? Давай, на ребят спросим. Давай у ребят спросим. А, давай на ребят. А давай пейнтбол они знают. А давай спросим. Спроси, я за рулем. Давай спросим. А давай. А ты руль держишь, да, ты занят. Окей. Так, бывает, когда бывает пейнтбол? Да не сигналь ты. Пейнтбол. Когда бывает пейнтбол? Это вопрос или утверждение? Или предъява? Когда бывает пейнтбол, бич? Надо так спрашивать. Походу, какой-то... Рандом. Хорошо. Я близко не могу больше из машины, потому что я написал. Хорошо, еще раз сяду тогда. Когда появляется объявление, гениально. Хотите, вам колеса прострелю, Игорь Воин? Ладно, поехали дальше. Игорёшь. Тут кто-то есть, смотри, какие-то люди. Ну-ка, давай, где люди? Вот опять у меня красный треугольник, видишь, появляется. У меня тоже есть это красный треугольник. А что это такое красный треугольник? Красный треугольник — это треугольник с тремя углами. И красного цвета. И красного цвета, да. Ты едешь Нормально. На треугольник или куда ты едешь? Я не знаю, куда надо. Я просто катаюсь. Что дает нам? Ну-ка, давай подъедем к красному треугольнику. Мне интересно, что такое красный треугольник. Раз оно у тебя виднеется и у меня тоже. Это, видимо, машина. Может, чья-то. Мафиози пострелять? Зеленый дом, кстати, есть, смотри, продаются. Прямо над пончиком. Представляешь, как он стоит? О, там кто-то выехал. Ямакото Нагасаки. А, Ямото Нагасаки. Санная мафия. Колеса, Женек, колеса гаси. Колеса. Давай, это же мафиози. Давай. Говно, уволили меня за 5 минут. Наверное, если пропало. Говно. Он сейчас купит этот дом, Жень. Надо быстро перехватить позицию. Давай. Где он? Вот этот дом, получается. Хер где там? Во. Давай, выхожу. Покупаю быстро. Мафиозники не купили. Так. Сколько стоит? Не хватает.
Сколько стоит? А, нет, купил. Сколько он стоит? 170 тысяч, по-моему. Ай, 1 700 000. Ха, неплохо. Короче, это мой дом. Теперь твой дом? Короче, мой дом теперь. О, классно. Какая у меня это террасочка, смотри. Да, прикольно. Можно падать, суицидником быть. Есть барбекю. Ты сел, да? Да, конечно. Я даже могу вылезти вот так. Не надо, не вылазить. Не надо вылазить. Ой, ёпты, вылазим. Надо вылазить. Так говорит, не надо вылазить тебе. Я добавлю еще. Ой, сейчас ее починят. Смотри, я сейчас буду чинить. Не стреляй. Кто-то гасится, ты? Я. Ты же меня попадал. Я в машину стрелял. Херово, Женек. Да. Это не ты стреляешь. Это мафиози. Это ёбаный мафиози, я же говорю. Окей. Сука, кто-то вылезем вот так, блядь. Давай, Женек, давай. Давай. Главное, перекрестие не вести. Давай, ребята, давай. Отлично, едь. Вот говно-то. О, все, готов. Готов? Лососни, мафиози. Красава, якудзу завалил, а? Так, ну что, надо к ребятам поехать. Поехали, вот, ребятки подъехали. Пропало, а? Ну, конечно, окей. У меня тоже доверие к вам пропало. У кого доверие пропало? Они же, помнишь, мы когда были в Якудзах, они мне написали. А, да. Через 5 минут, типа, меня выкинули сразу, сказали, доверие пропало. Окей, у меня тоже доверие пропадает. К таким. Наркобес. Го на таить. Го, бандюков. Далась. Го, куда? У меня патроны, кстати, кончились. 20 штучек осталось только. Амунейш, давай амунейш. Блин, да стрелять. Во, го бандюков стрелять. Но прежде надо в амунейшн, чтобы я купил себе патрончик. У меня быстро кончились. Вы верите в Деда Мороза? Да. Вы верите в чудеса? Это угроза. Нормально. Это предъява, да. Так, ну что? Никак нет. Ох ты какой. Сергей так. Ответ, да? О, смотри, какая машина хорошая. Какой хороший автобус, а? Как мы мафиози-то завалили? Прикинь, сейчас войну объявят. Ну, может быть, кстати, они же посмотрят, кто мы такие простолюдины, бичи с улицы. Бичи с улицы. Надо, кстати, да, закупиться, я тоже куплю оружие. Ну, у меня окушка из 3 сотни патронов еще. Так что ты ее не стрелял? А я эту хотел сперва просадить. Ну ладно, вот Амонейшн уже здесь. Ох, как. О, давай. В фильме «Ковбой Мальборо» и Харли Дэвидс. 5228. В этом бизнесе имеется аптечка. Ага, смотри, можно купить себе аптеку. Можно аптеку. Так, мне нужен, знаешь, что мне надо? МП5. У меня 2 автоматика уже. Year after year. Так, 300 патронов мне хватит. Вообще, число полноценности 300, запомни. Хорошо. На 300 надо все затариваться. Так, отлично, я тоже закупился. Приходишь в магазин, покупаешь на 500 и говоришь, нет, извините, я плачу только 3. Я думаю, здесь можно закончить. Продолжим уже угорать в следующий раз. Все, ребята. До встречи. Пока-пока.